Перед самым боссом. Перед каждым боссом магазины. Вроде почти перед каждым. Да, блядь. Я все равно рано или поздно опять этот конт сраный использую. Да я должен, если не спешу. Я сколько не играл, вроде не использовал ни разу. Честно говоря, ни хера я не задрочу. Повезло, блин. Ну пока это все равно пока лучше, чем Киви. Пока. А за 700 что говоришь? Два бумеранга, они как эти, только большие у тебя. Только не так, как этот по-нормальному, у тебя два может сразу одновременно на экране быть. Верно, такое я и куплю. Есть три маленьких, потом, которые по очереди, типа, раз, два, три. Есть три, которые с Фредом тоже маленькие. Блядь, шапошники, блядь. Лицами которые последнее оружие, это вместе несколько литов. Мелкие они, ну то и мелкие. Так! Бля, кто мне звонит, кстати? Я даже не знаю, кто это звонил. Что на рабочую симку. Сколько это было времени? Еще не помню. Это сразу два можно задевать блока. Я понял. Я не буду все девятки набирать. Я вот сейчас еще раз за 700 куплю. Или там все-таки, ну, лучше купить какое-то еще за 200. Не надо. Потому что за 700 хватит на все. А на спидране, я помню, спидранером набрал 199. Пошел до босса, до магазина, посмотрел, сказал М и перезапустил игру. Вот это, до этого я спидраны досмотрел. Ну я уже не помню вообще ничего, но я помню вот этот момент. С вот этим моментом ты там шло 15 минут. Да ёб. Да не надо.
нормально это управление. Вот типичное сачиновское управление. Вот это бугермене каком-то. Ну, какое-то такое. Тух, тяжелое, что ли. Я даже не могу объяснить это слово подобрать, но оно какое-то такое вялое, тяжелое. Я не знаю, я столько времени играл в геройные игры, что я не помню. Что мне тут управление показалось нормальным. Не, ну блядь. То есть, типа, после Freedom Planet, потому что оно показалось не хорошо. Когда хпшки подбираешь, такой звукан, будто, блин, я не знаю, что подобрал. Это жизнь, блин. Вот такого еще не было. Было с крысами. Не, ну с крысами понятно. Открыл в бар большой, сука, отнимают так много. Побольше, чем в Мегамене, блин. Бать, я получил 3 дамага, и я сдох, блядь. Обожаю эту куклу. Бля, дайте мне лучше 3 сердечка. Вот. Ну, чтоб я знал, что мне... 4 дамага пошел, получил. Да. На, ну еще пролетающий. Вроде, возможно, мук или шатарелка отнимает меньше. Бля. Вот надеешься на удачу просто, что тебя не продамажат. А ты не дашься туда. А как мне, что мне делать? На предыдущую платформу запрыгни с нее и продашься там, где они тебя не заденут. Да я уже такой маршрут выучил, блин, я сейчас тут начну что-то изменять в своем руте, это будет очень плохо. Куда пропал мой чардж? Был и пропал, блядь. Они все одинаково, наверное, высовываются. По времени, да. Вот я смогу ориентироваться по тому чуваку. Ну и шо, тут ничего ни в одном нету, ни хера, блядь. Прыгаешься сквозь них? Чем быстрее. 700 набрал, давай обследуем по 800.
Ну как-то тогда при приземлении только дамаг. Блядь, я забыл. И только иногда после первого выстрела дамажится. И у нее период невозимости очень большой. Сколько ему надо? Миллионов ударов. На самом деле, я не знаю. Такой сеньор помидор. Дирижабль должен наконец ставить. Да. Хотя, может, и не наконец. Здесь можно то-то. Ничего, звук. Бля, даже не полечили, бля. Шипы убивают сразу. Вроде да. Уровень вроде как полегче. Вот эти с этого за форма. Вот это точно с одного раза убил. А нет. Так у меня, я же не могу регулировать высоту прыжка. Там Д... можно дэшем понизу все проскочить. Я уже понял, что надо дэшем. Я просто как-то не обращал внимания, что у меня высота прыжка не регулируется. Но сейчас обратил. Ну заебись, аптечки лечат полудара, блядь. Это как в джедайнере на харде, блядь. Не, харди вообще не. Не, по-моему, аптечки есть, там один хп лечит. А может не. А не, вообще нету. Это в фрислэше один хп лечит. Блять. Лечит один хп. Самая любая мразь у тебя 3 отнимает. Присядь. Нет каких-то бумерангов, которыми можно управлять. Это было бы жирно. Вот здесь дальше. Так, можно вторую музыку. Я не помню, это очень топовая музыка, но в этом уровне. Вот я сейчас точно игру пройду, потому что я запись забыл включить. Тут ты заберешь. Да, вот это музончик топовый. Тут есть где-то классный музон. Не знаю, но зато у меня прикалывает. Я как фуни дикая. Это ремонтом такой. Парлакс. Живи за ним. Как Metal Storm, блядь. Thank you.
У меня как каждая такая комната, кажется, что комната с боссом сейчас будет. Деньги довольно медленно набиваются, так, по-доброму. И это был конец, стопудово, блядь. Да. Там до конца, по-моему, что-то контент оставалось. Ни одной печки не выпало, блядь. Сколько врагов убил? Ой, блин. Почаще вот так. Ты послушай, ты скажи, ну ладно. Да. Не говори. Причем я нажимаю даже, ну, обычный выстрел, и летает два бумеранга. То есть, как бы... Бля. Как бы не очень-то и... Хорошо это все. То есть, я думал, что я один могу второй выстрелить, пока за экран не улетел. Хер. О, на, у тебя аж две, блядь. Все, блядь, пол здоровья нет. Ну, вот тебе странно, дамаж. Первое наносит 4, второе в основном наносит 2 или 3. Блядь, ну и музыка. А у тех бомба не очень много наносит. Что? Бомба много наносит. Я бомба. Не бегающая. Вот тот бумеранг за 600? Не, враги, а? Бомбы. А бумеранг за 600, блядь. Только же, только один. Да, блин. О, вот это два забирает ТП. Мне не нравится, что, конечно, по два бумеранга сразу вылетают. Бля, ну не нужен. Да ты, сука. А птичек все время дамажит. А, первый дрон задает. Ну а как об них не задамажиться? Четко надо бросить, блядь, сюрикены. А вот этим по-любому задамажишься. Или нужно очень быстро бежать, чтобы они не успели опуститься. Да. Знал, что конец уровня. А толку тут лечиться, блин? Тут проще сдохнуть. Разнообразие взять за 100, за 100 или за 200 просто. Пока очень сильно похоже, что это самый, бля.
Блять, затралил. Как они спидрани? Continue? No, continue. Yes. Он травлит анимациями. Так вообще непонятно, когда он дэшить будет. Когда дэшить, когда кидать, когда не кидать. Ну вроде и не трудный. Какая фигня с седьмом Мегамэне с Нитроменом или как? Турбоном? Да нет, я кстати вот. Машина. Я вот. Просто когда чаржится, там нужно чисто реагировать. Она все время по-разному. Ну да. Не постоянное время, когда нужно чисто реагировать. Ну я когда он проходил. Челленджи. Да я. Нитромен, он похожий. Девятка или десятка, Нитромен похожий. На вот это? Не, на Турбомена. Нет. Вообще не похож. Там он, блядь. Он туда-сюда, там. Туда-сюда метается, по стенам ездит. Ну помнишь, что тоже босс тачка. Мотоцикл. Ну этот босс как нормально заможется. Да как я сказал? Ну как. Ну да. Непонятно. У меня такое ощущение, что вообще что-то происходит, что-то. То были какие-то, блин. Одно что-то, потом какие-то принцессы. Но, Airman. Но когда тренер начинал с этого уровня, и он мне давал по жопе. I can be free. Поймешь потом чем. Airman. Нужно вот этих клеточек или динозавров убивать, чтобы у тебя платформы зеленые появлялись. Если их, то если вот эту букву. Нихуя не помню. Повернуто, или динозавров не убить, то платформы не будет. Еще раз. Ну, есть платформа. Да не важно, просто когда будешь начинать уровень, убивай вот этих вот носорогов и у тебя что внизу ты собрал. А то спрайт-лимит не появится платформы. Того. Ну там все равно. По большей части дэшн проходится. 5 дать прыжки веры. Не, можно и без прыжков веры, но желательно дэш заряженным бюджет. Внизу хпшки. Из-за птичек? Из-за птичек. Ну, этот уровень очень короткий, и с дэшами тут все нормально. Не так, как в первом. Здесь две точки ровно, запомнил, с каких точек делается дэш, и все. Мне этот мусорок не нравится. Да. Его лучше убить. Да, уже помню. Блять. Вот в Мегамэне я бы никогда так не прыгнул пока лично. Из тех игр, в которых турбокнопка вообще не нужна. Воу-воу-воу-воу. Со второй можно сразу вперед даже делать. Ты попадешь туда. И. Да. В яму прыгать? Нет. Что делать? Убивать. Блять. Пушки. Раньше не мог сказать, мне здоровье не осталось.
Нахуй я зарядил этот, блядь. Оружия такого нету, чтобы летело до края экрана вообще, там, можно делать. Все бумеранги. Да. И без вот этих бумерангов к этому боссу соваться смысла нету. Жирный слишком. Очень жирный. Ну пушки по одной хоть отбиваются. Да. Да, знаешь, чтоб ты меня предупредил. Я так бы не обосновал. Там со второй платформы ты можешь даже почти к боссу делать. Не прыгать по тем двум мелким. Да и нахуй. Иногда жалею, что я вообще зачарджил этот дэш сразу. Да, музон тут такой тяжелый. Блядь, Дино Бластермен, хотя я прочитал, игра называет. С какой платформы? С вот этой. Самой верхней, которая в сторону. Тактика есть какая-то адекватная. Так просто стоять на вот этой вот, на синий, на ней секс-спот читай, и внизу почти не соваться. Да. Убить верхнюю пушку, а потом нижнюю быстро добивать. Да, наоборот, решил нижнюю убить. Так стоишь, ждешь, пока он доползет до туда, прыгаешь, стреляешь. Снова ждешь, пока доползет, снова прыгаешь, стреляешь. На спидране как-то в них запрыгивал. Ну, как бы к ним в комнату запрыгивал, там стоял, стрелял. Да, эта платформа такая медленная. Жадный, блядь. Да вы издеваетесь, меня, блядь, сачиновскими играми решили выебать сегодня. Ну как оно не попало, блин? Пиздец, блин. Или Кот Феликс второй не Сачинус. Че это другое? Не знаю, но... Ну он... Говно. Может эта игра тоже не пряник. Если честно, и первый Кот Феликс далеко не пряник. Я просто... Ты играешь в эту, я говорю, что это не скажу. В какой-то степени первый Кот Феликс похож на Армадилла, блядь, тем, что там, блядь, гибическое число уровней, блядь, столько не надо было вообще там. Она такая длинная, блядь. Она там тебя, конечно, пытается там развлекать этими способностями. Блядь, я забыл, что я могу дэшить. 4 хп, сука, птица забрала сраную. Чтоб ты, блядь, была живая, ну. Блядь.
Какой топовый музон еще? Что он жирный, и хочется его быстрее убить, но этого делать нельзя. Да ёлки-палки, блядь, что с этой нижней пушкой не так? Блять, по диагонали, что я швырять не могу. Я так и знал, что в средней будет вся проблема. Просто слышно какой-то автон, ждешь пока дает, ты стреляешь даже не прям, но вроде должны долетать. Хуйня из-под коня. Не прыгай. Да не достает оно, по-моему. Ты даже не попробовал. Может чиллер еще пройти? Еще один кусок на пиратку. Хоть проходится за, блядь. Сколько-то там минут, блядь, 7. О боже. Что? Посмотрел, что по Япону все зыбрать. Не знаю такое. Не жадничаю. Да блять, вот почему я в верхнюю могу так запустить бумеранги хорошенько, бля, в нижнюю у меня не получается. А пушку эту снизу нельзя убить? Нет. А, блядь, ну сейчас попробую. Не достает. Я про этот вариант тоже думал. Мне он не нравится. Очень, очень уж дохера лазер отнимает. Так, давай еще геймбоя мне не хватало. У тебя вообще. У вас у всех одни топовые реквесты, блин. Ни одной говёной игры никогда нет. Мешок. Потом еще 3 уровня добавят. Не совсем. Заебись. Thank you.
Ладно, я подсказываю шикарную тактику. Уйдешь влево в самом начале уровня и дэшишь внизу вправо. Нет, я понял. Пол уровня степени, да. Пол, но достаточно. А потом наверх. Я буду размышлять, что тут. Кстати, вроде все, что получаешь урон, они по одной палочке снимают. Спасибо, что тут такие уроки есть. Но, блин, подстава. Не дашься в них. Просто их перепрыгивай. А, блядь, уже даже эта полоска моргала. Быть аккуратнее. Ты пытаешься быстрее проходить, но проходишь в итоге только медленно. Из-за количества попыток на уровне. Не, ну местами все равно надо дышать. Электричество. Там будут враги, ты на них сейчас находишься. На них хорошо что называется. А уровень длинный, учитывая, что я скипнул нехуёвый кусок. Не такой уж и большой, но нормально. Относительно этой игры... По сравнению с предыдущим... Да. Просто предыдущий был длинный только за счет мидбосса. Что это, сука, за райдом, блядь? У этого тоже неуязвимость, просто охереть, блядь. Вечность. Спидранер те крутящиеся бумеранги брал или эти? Эти. Эти. На краке не крутящиеся, когда приходит. В следующем уровне дышит немножко по-другому действует.
Охренеть. Я, блядь, на чат отвлекся. Ой, блядь, надо тебе зайти. А, хай, мэн. Хай. How are you? Опа. Да, вот здесь чардж по-другому работает. Здесь чардж типа чардж. Он вообще нужен? Да. Я чувствую, этот уровень очень топовый, блин. Так как я люблю сайд-скроллеры, это самое оно, блин. Посмотри, какой грамм красивый. Грамм красивый? Да, этот рисовали. Этот мицицикл, блин, пол экрана занимает. Длинный? Не очень. Оружие тоже можно сменить? Нет. Ты стреляешь. Ты видишь, чем ты стреляешь? Пальцем. Нет, на мотоцикле есть пушка, именно она стреляет. А, сзади, да. Он еще пальцем просто в этот момент дергает. Нет, он это... руль. Не, когда я стреляю, он палец вперед в основном типа нажимает. А, это он всегда так и делает. Газ типа. Не, бэкграунд, конечно, ничего. Но я не люблю сайдскрол. На босса нужно использовать эти. Чарджер. Желательно. Это последний уровень? Нет. Ну, второй, шестой, или пять уровней, не помню. Да, блин. Какой огромный спрайт. Это был еще не босс, когда ты стрелял. Это тоже босс. Тоже жиробас. Не помню. Вот его уже не помню. Он либо последний, что я проходил, либо я его не проходил. В дисчарджу уже точно жиробас. Найс. Nice. Нет, не найс. Nice. Еще не конец. Я тут, по-моему, эти пилюли по одной лечат всего. Да, он когда повернулся здесь с улыбкой, он вообще не так выглядит, как он когда стоит. Какая картинка интересная. Какая-то. Ну так оно нормально, там горы нормальные, все нормально, посадили. Тут он стоит как будто такой, с усами, блин. Ну, типа черепашки, блядь. Сачин, идем с... Я иду в офис Сачин бить ебальники разрабом. А кто тут Аладдин это вот нормального сделал? Тоже Сачин? А, Супергейм, да. Сачин говно делал. Не, ну это... Плюс-минус норм.
Сачин файтинги, по-моему, припал до хера всякий. Один лучше другого, блядь. Я вроде понизу могу. Я уже вижу. Реально сырок зареспаунил. Да не важно. Это случайно получилось. Случайности не случайны. На скеле все, все на скеле. Ну вообще его не дамажит, что ли, так? Не дамажит, но очень слабо. Бежскую над ним сделай. Да тот мудила появился. Самое время взять континент. Ё-моё. Как это проходить? Как это проходить? Может там есть какие-то кадры, которые убить, не знаю. Может с видео он бьется. Помню. Да блин, ну вот тупо пол хп, блин. Где-то уровень на вагонетке есть. Ну, момент с вагонеткой есть. Вагонеток не хватает. Вроде даже в этом уровне, но с другой стороны. Получаешь урон и проходишь сквозь него. Так, а маршрут это теперь ты мне не подскажешь, да? Вниз. Вниз? Вверх, не знаю. Блять, так вниз или вверх? Попробуй так и так. Но есть вероятность, что поверху ты придешь сейчас в начало, это просто развилка. Не исключено такое. А куда я тут начало приду? Я не вижу тут нигде. Пола никакого, такого, чтобы я мог сквозь него опять прийти в начало. А, ну здесь разве? Просто здесь ты можешь быть, если пойдешь налево, то попадешь туда. Там пол. Да, то ты бы пришел в начало. Не на профиль, а у тебя. Там идет дорога в начало. Опять, блядь, как... Деботня, я не вижу, куда я падаю. Попробуй по другой дороге. Пошли по той, что ты идешь на мудичку. Сюда? Ну вот, да, я сюда. И пришел. Просто с падением нужно нормально рассчитать. В любом случае, ты меньше уже потратил. Thank you.
Да, конечно, туда гораздо проще. Что это за Довин, я идиот, походу. Да ну это вообще какой-то Довин полный. Сачина ведь, походу. Поэтому похоже по бэкграунду. Ну аж три, блядь. Почему-то я был уверен, что не допрыгну. Потому что дэш. Ну тут, блядь, дэш неадекватный. Ну и вон внизу вагон. Заметил, что у меня не было кнопки continue, блядь. Той, обычной. Была? Я верю тебе. Я не помню, чтобы я ее нажимал. Мне это не нравится. Остаться в Final Stage без оружия? Блять. Может быть очень... Видишь, нету. Пока у тебя оружие есть, ничего страшного. Ну, если это последний уровень, да. А если это не последний, у меня в последнем заберут все. Пойдем без оружия. Тут не загайдами, что птицы забирают, блядь, больше, чем что-либо другое. Заебись. Подпрыгивать нельзя. Если подпрыгиваешь, не успеешь за вагонет. Да, давай в ту сторону еще сходим. Тут другая сторона? Ага, понятно.
вопросов не имею. Я думал, что есть. Возможно, скоро у тебя будет что побегать. Да? Возможно, скоро тебе будет что побегать. Нихуя не понимаю. Не понял ни того, что ты сказал, и не понял, что мне там делать надо. В приседе большую часть сидеть. А я сказал, что скоро, возможно, будет что побегать. Что, это еда выйдет или что? Не, надо если сразу бегать какой-то. Да, блядь. Там не высвечивается континью, потому что там типа падаешь в жопу и там даже не предлагают продолжить. Заберешь пак, посмотрим что там. Ну, наш с тобой там вряд ли переплюнут. Так там, что вряд ли будет делать на двоих. А? Вряд ли на двоих будет делать. Да даже не на двоих дело вообще. У нас топовый басраж получился. Хвалили. Я мне полностью доволен, и все. Нет, ну кроме DuckTales, наверное. Вот так в целом, да. Я тоже полностью доволен. Ну, кстати, особенно Тетрисом и BMX симулятором. Ну, кстати, так и не пришли на стрик. Кого мы не пришли? Да, все сразу. А ты хотел, чтобы мы его еще застримили сами? Не знаю. В принципе, они всех боссов так-то прошли. Ну, тем не менее, у меня там есть боссы, все равно даже кроме DuckTales, тот же. Где второй этих крик не забыл, как он называется, он не забыл. Silkworm. Да. Конечно, DuckTales без той тактики, которую я тогда сразу же... Почему-то я этот, вот этот прикол с крюком сразу же обнаружил. Ничего-то. Ёпа, СТ, сколько там спускаться? А ничего, вам что, это или у тебя жизни мало было? У меня было мало жизни, я же уже не прошу. Мне кажется, тут еще есть какая-то дорога. Что я не помню, на спидране вот этого места. Или он по-особенному прошел, или он другой дорогой шел. Да блин. Я уже вот сурундесу к этому моменту выучил тайминг. Я уже демона вызывал почти всегда. А тут, блин, не могу так понять, когда у меня дэш зачарджился. Правду говорю. Спасибо. Платформы не все обваливают. Ты видал, я сквозь платформу провалился.
Блять, вот что меня продамажило? Ебать, тоже не стоит. У нас в последнее время... Если... Что? Если дорога тут... вниз налево, а не направо. Там большая комната, но вверх там налево, можно вниз снизу свернуть. Где вот здесь? Да, внизу нужно налево. Да, только туда надо умудриться задешить. Может там с какой-то платформы чуть дальше можно сесть и продешиться. У нас в последнее время стримы можно поставить слоган. Помните, что игры бывают еще хуже, чем те, которые вы играли, блядь. И мы стримим то, за что вы не сядете. Да. Блядь, да где там та платформа, блядь? Ты даже не посмотрел, где. Как, блядь, уже не видно даже на экране. Что нельзя? Ну вот разве что отсюда. Ну, бля, это очень далеко. Не, нормально. Хуя он дышит, блядь. За километр, бля, куда тут идти, я хер его знаю. Какой-то такой звездос. Ты перестал быть штурманом. А в этой игре сложно быть штурманом? Можно, нет? Такое. Посмотрю спидран. Роцман. Там, кстати, Роцман называется, да? Да. Охерительно, я отдал жизни, блядь. Блядь, была аптечка.
Не, я не могу посмотреть видосы, они у меня лагают. Мне просто не расходится. Блядь, я застрял. Да, он идет туда же, куда я вот посоветую налево. Получает дамаг от тех шипов, идет снова налево. Там конец удобный. Вроде нужно кабину бить. Или босса. Слышится где-то дамаг, когда по боссу или по кабине. По кабине, блядь. Ну как-то попадает тоже, блядь, через жопу. Надо в этого именно чувака, блядь, высадить. Да, надеюсь. Может попробовать 600-кой победить. Иллюминатор проходил, Race America сам проходил. Я на дефе тоже Race America реквестил, но не захотел. Я и Нуару реквестил, у него тоже в детстве эта игра была, как и у меня, но он тоже не хочет ее проходить. Хотя в детстве я считал, что я ее проходил. И Нуар тоже считал, что он ее проходил. Но он ее не проходил. Так же, как и я. А сколько тебе игра это? Не знаю, 5-6. 5, наверное. Может и 6, я не знаю. Чё, его в сраку надо чпокнуть? Нужно в кабину.
такое? 3D эндинг. То есть блокировки нормальные, игроки. Да. Сколько ты сам оценишь в рейтингах? 2. Что-то уровня обмодило? Ровнее. Ну и один, ну и один не могу ей дать. Все-таки это 2. По сложности, ну, в целом, да, поэтому 2. Какой-то порт. Что хоть эндинг нормальный. Еще в этой игре музыку нормальную. Хотя в самом первом уровне на водопаде была еще более-менее. Потом пошла какая-то пришательная. В принципе, тут довольно-таки симпатичная графика. Управление сносное для пиратской игры. Все может на сегодня. Ой, да. Я так устал, блин. После Kiwi Crazy. Kiwi Crazy было очень, очень тяжело и больно для меня. Короче, всем пока. Увидимся как-то. Да, удачи. Может завтра даже.